Вижу военный комплекс США. Учтите, босс, там будет жарко. Тут перебежчик с важными данными о советских операциях во Вьетнаме. Мы потеряли связь с его группой прикрытия. Возможно, они засели где-то в военном комплексе. Мы найдем его, если он жив. Группа X-Ray, ответьте. Вот, спас 12. Будешь им отбиваться. Куда идем, Мейсон? Лима 9, вижу X-Ray. У северного крыла вьетконговцы. Жари, Вома. Лима 9 на подлете. X-Ray, не высовывайтесь! X-Ray, учись! Вперед, давай! Разойдись! Роман, северо-восток! Уже иду! Все здание захвачено! Деревенщик с этажом ниже! Думает, деревенщик еще лишь! Если жив, то крепкий орешек! Там, внизу! Чисто! Убежище взято! И где ваш человек? Он мог вернуться в командный пункт! Он мог уцелеть! Пошли, за мной! И где ваш человек? Он мог вернуться в командный пункт! Он мог уцелеть! Пошли, за мной! Убежище напротив командного пункта! Угроза устранена! Смерть подтверждена! Противник мёртв. Одним меч. Минус один. Нужно прикрытие! Мейсон, не поднимай голову! Принято! Цель поражена! Вас понял, Лима 9. Шевелитесь, если хотите уйти оттуда живыми. Пошли. Он должен быть где-то здесь. Мейсон, дверь в дальнем конце коридора. Опыт за мной. Мейсон, ты снова? Как ты выбрался из Воркуты? Не думал, что выживешь. И я тебя, друг. Я с предупреждением. Вашим вождям нужно остерегаться. Драгович собирается атаковать Запад. Мейсон, вы его нашли! Драгович, я знал, что мы встретимся. Его власть растет, как опухоль. Даже Кремль не в курсе его истинных замыслов.
Его надо остановить, Мейсон. Драгович! Штайнер! Кравченко! Должны умереть! Это ваши люди? Вот, Боуман. Я Резнов! Виктор! Почему так долго, Мейсон? Надеюсь, информация того стоит. Рима-9, где этот чертов вертолет? Экс-рей в западной части военного комплекса. Ожесточенная перестрелка. Подберем вас в точке Дельта. 2 километра к северу от реки. Прорвемся, только будьте там. Нам будет нужна поддержка с воздуха. Приказ, это 1-5. Нужна поддержка с воздуха. С-7. Эй, давай сюда рацию. Вы что, спецгруппа? Давай сюда рацию. Ну, удачи тебе. Это Сьерра Оскар Гонд, X-Ray. Санкционирую операцию Дельта. Приоритет максимальный. Переходите под мое командование. Код идентификации. Гольд Сьерра. Прием. Внимание, X-Ray. Начинаем обстрел. Начинаю обстрел! Осколочная!
Чист. Отлично! Точка эвакуации в конце улицы. По моей цели. Есть, мы на подлете. Я не мог поверить, что Резнов Хьюэ, что он и есть перебежчик. Он пришел за тобой, Мейсон. Резнов вернулся. Как, руки, ноги целы? Порядок. Мейсон! Ты цел, брат? Пока дышу. Увидимся в точке сбора. Над нами. Установи заряд под потолок! Пусть под ними пол провалится! На меня крепко насели, Чарли! Долго там еще? 3 секунды! Разойдись! Все чисто! Резнов, ты как? Молодец, Мейсон! Вот мы и выбрались! Погоди пока. Сначала берем раненых. Будут еще вертушки, ждите. Поддержка с воздуха невозможна. Подбираем раненых. Будем.
будем ждать. Перезаряжайтесь, защищайте площадку. Мейсон, установи заряды по периметру. Сначала берем раненых. Будут еще вертушки, ждите. Союзники придали противнику уверенности. У нас есть досье, который дал переписчик на базе. Мы знаем все. Мы знаем всех людей Драговича. Кравченко, Кларка, Штайнера. Мы знаем их. Создателей проекта Нова. Нова 6. Резнов говорил, Нова 6. Драгович. Что ты знаешь о докторе Кларке? Мы знаем, что Кларк был инженером-химиком, который создавал Нову 6. Чокнутый, самовлюбленный ученый. Куратор Джейсон Хадсон отправился в Коулун допросить Кларка. Ты это помнишь? Зачем спрашивать? Вы уже знаете все! Нет, Мейсон! Мы не знаем, что означают цифры! Мы не знаем, откуда ведется вещание! Так спросите Хадсона. Коулун его задание. Он допросил Кларка. Ха-ха-ха!